свои 17 Ангелина всерьез могла бы готовиться к профессии журналиста, но судьба распорядилась иначе, наделив девушку от рождения тяжелым заболеванием – синдромом Дауна. Но несмотря на это, она мечтает стать ведущей любимой новостной программы. И сегодня, благодаря проекту «Михутка», она побывала и там, где создаются выпуски, и там, откуда ежедневно начинается эфир. Скажи, как ты узнала о детской мечте? Я. Ты? Да. Вот и все ответы. Человек захотел, и все. Кахи-кахи. Увидев себя в кадре, Ангелина едва сдержала слезы и застыла. Из-за переполнивших чувств совсем ничего не смогла прочесть суфлера. И, как всегда, помогла мама. Все, поехали! В Барнауле на месяц раньше решили проводить традиционные чистые четверги, чтобы ускорить процесс таяния снега и наледи и быстрее придать городу весенний вид. И это не просто мечта о роли ведущей, это настоящая любовь к новостям, замечает мама. Девочка интересуется жизнью города, а в числе корреспондентов телеканала даже есть любимчики. Она очень часто смотрит новости, и она часто очень бывает, что пародирует, показывая тем, что она тоже может там работать на телевидении. А это что? То есть она в это даже дома бывает играет. Что она берет новости, или она там рассказывает несколько слов о городе. Вот. И у нее есть даже микрофон. Сегодня для Ангелины счастливый день. Это читалось по глазам. Мечта, пусть и недосягаемая, на минуту стала реальностью. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком.